Сегодня мы наблюдаем производство работ по сносу самовольной постройки. Очередной многоквартирный жилой дом на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, по требованию администрации города самостоятельно сносится застройщиком. Это решение суда было? Есть, да, у нас судебное решение. Оно вступило в законную силу. И сегодня, как я уже сказал, ответчик исполняет данное судебное решение. Об ответчике можно, что за юридическое лицо, сколько квартир здесь, сколько продано было? Застройщиком является физическое лицо. Застройщик данного объекта Воробьев Владимир Леонидович. Это самый, будем называть, крупный застройщик, у которого на счету более 20 незаконно построенных многоквартирных жилых домов на землях ИЖС. В данном доме предусматривалось размещение 27 квартир. Сколько из них продано было известно? По нашим материалам, среди ответчиков, кроме самого Воробьева, по делу проходит еще 23 физических лица. То есть можно сделать вывод, что 23 квартиры было продано. А по ценам неизвестно сколько? Порядка миллиона рублей одна квартира. Это сколько, комнатная? Однокомнатная, так называемая студия. У Воробьева сколько таких домов? У него, если считать этот объект, 26 объектов по городу. В 2013 году Воробьев также самостоятельно снес по решению суда два самовольно строящихся объекта в Кировском районе по улице Проезжая. То есть два плюс этот и 23 остается, они тоже подлежат сносу или как? Нет, не совсем верно. 26, включая этот, и плюс два еще снесены. 26 домов. Да. На сегодняшний день 26 объектов, один в стадии сноса, и ранее Воробьевым было снесено еще два объекта.